Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. Профессия педагога по-прежнему очень нужна и востребована. И для того, чтобы еще выше поднять ее престиж, проходит традиционный конкурс «Учитель года Кубани». Славянские учителя активно участвуют в муниципальном этапе конкурса. Мы расскажем о его проведении в нашем районе. Конкурс «Учитель года Кубани» в 2022 году не только позволяет продемонстрировать профессиональные качества педагогов, но и способствует распространению передового опыта, повышает престиж учительского труда. Всех участников муниципального этапа краевого конкурса отличают настоящая любовь к своей нелегкой, но очень нужной обществу профессии, неравнодушие и желание постижения нового. В ходе проведения муниципального этапа были применены нововведения, которые подняли интерес славянских педагогов к конкурсу. Телеграм-канал конкурса «Учитель года». Ну, надеемся, что именно это позволило нам объединить участников конкурса, привлечь такое количество желающих выступить в этом конкурсе. Ну и на заочном этапе мы предложили участникам конкурса представить медиа-визитку о себе. Это трехминутный видеоролик, который рассказал непосредственно об их жизни, об их достижениях. Кроме этого, участники конкурса смогли представить видеоролик, где записали самое лучшее внеурочное занятие и прошли метапредметную олимпиаду. Метапредметная олимпиада раньше не проводилась. Она стала серьезным испытанием на пути к финалу. Постарайтесь максимально вложиться, у вас всего один час. Ну и вместе с тем, если что-то у вас не получится, что-то вам окажется непонятным в этих заданиях, не расстраивайтесь, потому что вы молодые учителя, вам еще не обязательно знать все, и это, в принципе, наверное, и невозможно. Образование и вообще сейчас наука развивается настолько стремительно, что... Торжественное открытие конкурса прошло в 12-й школе. Юные таланты, которые постарались порадовать всех собравшихся своим искусством. Громкими аплодисментами встретил зал всех участников муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года Кубани» в 2022 году в номинациях «Учитель года Кубани. Основной конкурс», «Педагогический дебют», «Учитель года Кубани по кубановедению», «Учитель года Кубани по основам православной культуры», «Учитель здоровья», «Педагог-психолог». Затем были названы имена конкурсантов, вышедших в финал. Для финалистов это стало радостным событием, отличной возможностью для развития. Учитель биологии из 6-й школы Ирина Остапенко выступает в номинации «Педагогический дебют», и она уверена, что приобретенный на конкурсе опыт пойдет ей на пользу. Я, конечно, работаю недавно, но, соответственно, у меня уже есть за плечами какой-то опыт, да? Соответственно, я хотела бы поделиться и принять этот опыт от более высокоспециализированных наших учителей. У учителя биологии из 56-й школы Оксаны Пономаревой уже был опыт успешного выступления на муниципальном этапе конкурса, и поэтому она без сомнения решила в нем участвовать в номинации «Учитель здоровья». Я очень рада, что прошла в финал. Надеюсь подтвердить второй раз свое звание «Учитель года Кубани» по номинации «Учитель здоровья». Надеюсь быть не хуже. Желаю всем финалистам тоже повысить свой профессиональный рост. Для меня, как для учителя биологии, здоровье играет важную роль в образовании. И я стараюсь, чтобы мои дети укрепляли свое здоровье. Преодолев понятное волнение, педагоги представили на суд жюри свои мастер-классы. Не так просто было убедительно демонстрировать свои способности, но конкурсанты справились с этим испытанием. Самый ответственный момент – открытый урок. Провести его – это целое искусство. Учитель стремится не только доходчиво преподнести материал, но и удивить школьников, заставить их задуматься. Сегодня у меня открытое мероприятие – урок
по обычной школьной теме, входящей в школьную программу «Тип членистоногих». Это та тема, которая была определена для меня комиссией. На этой теме я должна показать и раскрыть не только образовательные цели, но и воспитательные. Очень много значит удачное начало открытого урока. Учитель истории с первого лицея Анна Криховецкая настроилась на то, чтобы ярко показать свои наработки на этом уроке. Я участвую в этом конкурсе второй раз. Для меня это очень важное событие в жизни. Прежде всего, конкурс – это рост, это, конечно же, развитие. И я готовилась серьезно, потому как понимаю, что на мне лежит ответственность представлять лицей номер один. И сегодня будет последнее, но самое ответственное испытание – это открытый урок. На этом уроке мы демонстрируем инновационные приемы современного обучения. Важно, чтобы ученики стали главными героями занятий. Педагог стремится дать им свободу, возможность проявить себя. Такой урок наверняка запомнится. Представьте себе, что две реки Тигр и Евфрат протекают параллельно практически друг к другу, а между ними лежит огромная долина, вот она. Представили? И на этой долине люди построили дома из глиняных кирпичей. И здесь, в третьем тысячелетии до нашей эры, образовалась страна. Конкурс «Учитель года Кубани» позволяет познакомиться с интересными, яркими людьми, лучшими представителями нашего педагогического сообщества. И еще это настоящая школа профессионального роста. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Дмитрий Волошин. Программа «События».